Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Долго не признавалась в любви человеку. Дружили, решила все-таки написать. Человек в ответ написал, может, это все придумала себе. Я написала, что нет, в ответ тишина. Я человека шокировала или человек меня никак не воспринимает. Смотрите, оно. Я думаю, что мы не можем давать комментариев по поводу человека. В смысле того, что правила профессиональной этики запрещают нам обсуждать людей, третьих лиц. Это очень важно понимать, как мне, ну, как мне кажется, очень важно это понимать, что психолог не обсуждает третьих лиц. И отсюда, я надеюсь, совершенно такой понятный вывод, что мы не можем сказать вам об том, человек шокирован или действительно вас не воспринимает. Мы не знаем это. Но я думаю, что ключевой момент здесь заключается в том, что вам самой достаточно сложно, достаточно тяжело говорить о своих чувствах. Вот я что думаю. То есть я думаю, что вы, ну, стесняетесь, может быть, или стыдитесь, может быть, своих чувств. Иными словами, у вас есть проблема с самооценкой, как мне кажется. И в первую очередь работать нужно именно с этим, чтобы вы не стыдили своих чувств, чтобы для вас не проблема была, не было проблемой выразить то, что вы чувствуете. Так получается, что вы долгое время не говорили о своих чувствах, открывали их, вели себя как друг, а потом недавно резко признали. Естественно, что человек оказался к этому не готов. Вне зависимости от того, воспринимает ли он, или это его повергло в шок. На мой взгляд, это не так важно. Важен сам принцип. Принцип, по которому вы подходите к вопросу, вот я бы сказал, своей эмоциональности, к вопросу организации коммуникации с человеком. Понимаете, да? Вот это, на мой взгляд, и является тем, с чем может вам помочь психолог.
это то, в чем может вам помочь специалист. На мой, конечно, взгляд. Понимаете, да? Вот так это работает. И если вы переключите свое внимание с человека на себя, когда и если вы переключите, значит, ну вот, переключитесь с человека на то, что происходит с вами, на то, как вы себя ведете, на то, как вы обращаетесь, например, со своими чувствами и так далее, я думаю, что вот тогда ситуация будет нормализовываться для вас. А пока вы так и будете, в общем и целом, как-то, ну, зависеть, что ли, от того, как отреагирует партнер по общению на ту или иную вашу фразу, на ту или иную вашу высказывание. Еще один довольно важный момент заключается в том, что есть ваше такое вот чувство любви, что оно в смысле из себя представляет, вот. Что оно такое, хочется ли вам чего-то. То есть, ну, точнее, чего вам хочется в этом проявлении, в этом аспекте, да, то есть, на что направлено, какой вектор, грубо говоря, у вашего чувства. Это тоже очень важный момент. Потому что вы действительно можете на самом деле путать чувство любви с каким-то другим чувством. Не обязательно, что вы на самом деле путаете. Совсем не обязательно. Но, тем не менее, это более чем реально. И опять же, наша задача заключается в том, чтобы вам помочь в этом разобраться. Наша задача заключается в том, чтобы помочь вам увидеть, что, в общем-то, происходит. Что, в общем-то, вы чувствуете-то вообще? Понимаете, да? Вот это то, с чем может помочь вам психолог. Понимаете, да? То, что может вам предложить специалист,
Но никак не история про то, чтобы дешифровывать то, что вот думает, чувствует, хочет мужчин, например. Да, ну вот в вашем случае. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.